Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем страницу нашего музыкального календаря, который стал уже традиционным. И сегодня мы хотим ее посвятить Эдди Рознеру. 26 мая исполняется 110 лет со дня его рождения. Блистательный джазовый музыкант. В 1934 году он появился в Нью-Йорке и встретился там в состязании с Луи Армстронгом. Армстронг был первый, Рознер второй. Но быть вторым после такого великолепного музыканта очень почетно. Он попал в СССР после того, как вынужден был покинуть сначала Германию. Берлин – это его родина, он польский еврей. И когда установился нацистский режим, уехал сначала из Германии, затем из Польши в 1939 году. В Советском Союзе он знал и огромный успех, и гонения. Эдди Рознер был постоянным участником «Голубых огоньков» и однажды даже принял участие в кинофильме «Карнавальная ночь» вместе со своим коллективом. Он был автором аранжировок, коллектив показался на экране, и вы наверняка помните номер, ансамбль «Пенсии и пляски». Во многом этот фильм обрел успех и благодаря песням, которые прозвучали в исполнении Людмилы Гурченко. Песенка о хорошем настроении сегодня будет особенно своевременна. Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение вас с любимым вдруг рассорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет. Кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник. Вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них.